Ужас России, слушай, ну ты перекрашиваешься на ходу, харьковчанин. Ну да, перекрасился, а что тут такое? Ну, так а что, блядь, где шарфик металлиста? А, ну шарфик, металлист, слушай, а подкрутился и шарфик уже. Не, ну, стройку, они ж клон создали сейчас в первой лиге, там, может выйти да, до спуска. Да. Ну вот когда вылет выше будет, надо шарфик доставать будет. Да, да, тогда шарфик снова поставить, да? Ну да, да, где-то так. Да. Да, обидно, конечно, сколько ходил, блядь, на, ну, это ж, на стадион. Не, сейчас Шахтёр играет, кстати, вот там, этот, на стадионе, там, где был этот фан-клуб, ну, металлистовский фан-клуб, сейчас фан-клуб Шахтёра там. Ну, само собой, а где же мы еще быть, да? Как... Ну, да, просто, значит, не на Донбассе-арене там. Да, не, кстати, я на Донбассе-арене когда-то в фан-клубе там был Шахтёра, ну, естественно, до 14 года. А сейчас он на металлисте там. А, помнишь это, или может не помнишь, может просто в курсе, металлист в 88 году взял Кубок СССР. Нет, я тогда еще, я еще тогда, как помню, СССР, Голландия, я помню, но чтобы так металлист помнить, нет, я за Днепр болел, поэтому... Во второй половине 80-х в Москве в аспирантуре учился, так я был сопредседателем Московского общества болельщиков металлистов. И вот я был, ну, я в кош-команду был там, мы ездили с ними на выезды. И вот я на этом банкете был. И на этом Кубке СССР даже свою микроцарапинку поставил личную, знаю, где она находится. Помню до сих пор. Тогда у Торпедо выиграли финальный матч 2-0. Не, ну тогда на тот момент мой любимый клуб был Днепр, а из московских, кстати, Торпедо был. Вот когда тут то Торпедо, классная была Торпедо. Помните Шеренбекова, Шустиков, Тишкова, Гашков? Вот, ну, то, Шустиков стало. Это вообще 60-е годы, да, был такой. Какой? Как же 60-е? 80-е. Может, а, это 70-е. Воронин, Стрельцов, это все 70-е. Не, нет, Стрельцов, я не помню, я только его на Ютубе видел. А вот тот состав Торпедо, это вот именно Олег Шеренбек, он так и заштукнул. Да, Шустиков попозже его, правильно, да. Да, и Олег Шеренбеков, у него такие были, из-за штрафного пил, там, так, дальним ударом отличался. Харин Воротов был тогда. Кстати, олимпийский. А, братья Савичевы, слушайте, а вот скажите, правда, нет, ну, ваше мнение просто, могло такое быть или не могло? То, что в Советском Союзе с одной семьи КГБ не пропускало двух детей, ну, или двух членов семьи на зарубеж. Не то, что императивно, но старалась не пропускать. Тогда, получается, я вам скажу, я не знаю, это правда нет, я вот так услышал, и поэтому уже старшее поколение спрашиваю. Вот, ну, старались не пропускать, чтобы не оставались на Западе, да. Братья Славичевы дома бросали жребий, то Коля или Юра поедет в Киев. Нет, ну как, если у них трое детей, то двоих выпустят, надо, чтобы один оставался, вот и все. Ну, в общем, не, я вам скажу, я не знаю, правда, нет, я сейчас, мне тогда сколько, 10 лет было в то время. А, Коля и Юра, ну, у них в Сусавиче в семье бросали жребий. Кто поедет, Коля или Юра, все, выпалил Юра. И Юра в финале бразильцам забил гол. Ну, я понял, да. Ну, я, это ж 88-й год, там уже не так было, уже демократия началась. Это вот то, что вы спрашивали, это было где-то... при застое, при Хрущеве. А нет, при Горбачеве уже что... всех выпускали. Я же в Штаты в 90-м году ездил. Визу дали выездную. Ну, да, а вы не попали под эту Джексона Веника, поправку, но вы под хрень не попали, да? Я не еврей, я не имею отношения к Джексону. Джексон Веника касается евреев выезда. Угу. Это для них актуально. Так что вот где-то так. Ну окей, да, давайте. Приятно. Ну, ладно, а тебе звонят, приятно было побеседовать.